Всем привет, компания OMZAP, меня зовут Михаил. К нам приехал AX35 с 2-литровым мотором, G4 KD. Человек жалуется на то, что нет давления масла, горит масленка в нем. Машина простояла 1,5 года, она в ужаснейшем состоянии, просто, как говорится, это просто труп. Получается, мы замерили механическим тем давление масла, его нету, от слова совсем. Сейчас мы хотим снять фильтр масляный и поддон, чтобы посмотреть, что мы вообще имеем внутри этого мотора, чтобы не снимать сразу мотор. Так что давайте сливать масло. Сейчас вы увидите, кстати, какое-то масло там. Масло тоже жесть. Так, ну что, приступим. Кстати, фильтр, смотрите, за это время он сгнил. Вот здесь просто висела капелька масла, я сейчас его выделил. Фильтр сгнил, я такой вообще первый раз вижу. Поддон видел, сгнивали фильтр, еще ни разу. Где масло? Нет масла. Видно, Виталик? Жесть, ребят. А теперь попробуем слить с поддона. Я боюсь даже представлять, что... Я ж говорю, воняет. Ай, ё-моё, ну как так можно? Да ну нафиг. Это что такое? Это типа масло. Фильтр попробуй. А, ну ладно, он весит, короче, в раза 4 или в 5 тяжелее простого. Жесть. Так, ладно, пускай стекает эта эмульсия. Или типа масло. Да, на стружке вроде не видно. А не, вон есть стружка, пизда ему. Пальцем проведи. И на палец смотри. А что, мы сейчас открутим этот поддон. Пускай... Там сразу будет, да, все видно. Да, сейчас поддон открутим. И... Ничего. А тебе тоже интересно? Конечно. Вот тебе, вам, сука, интересно. Вы не видели, ребят, как тут прикручена подушка боковая. Болты сильно длинные и по пару гаек проставлено. Да ладно. Серьезно, вот это левая. Ой, правая, точнее. Прикинь. Я в кадре там буду. А ты как Толян. Я друг Мишки. И оно все в таком состоянии. Зато поддон маленький от него радует. Сейчас, сейчас, сейчас. Да откуда тут давление взяться, посмотреть? Там вообще просто песок. Там не стружка, там вот это дерьмо, блядь. Смотри, пальцем туда залезь. У тебя, ты шерстеро вымазал, да? Горячий шоколад? Да, это драма, видишь, и стружка, это грязь, стружка. Это, короче, масло менять надо в машине, ребята. Не, нихуя. Зачем, ты зачем смываешь это прям с пальца? Не блестит, смотри. Вот так, да. Не, черное не блестит. Значит, это кокс? Я ебать не хотел. Ну, слушай, ну это прям как камень, ну вообще просто песок. Ну масло закоксовалось. Чувак приезжает, ну, к отцу, понял, говорит. Мужики, у меня что-то масленка загорелась туда-сюда, типа, а чё, чё почём туда-сюда. И мужики его спрашивают, а ты когда масло менял последний раз? В смысле когда? Ну как, машину купил и ни разу не менял. В смысле ни разу, сколько пробег? 60. Ну и все. И они скрыли, понял, поддон еще хуже, чем это, в раза 3-4. Вот просто люди даже, вот они не знают, что масло менять там надо, например. Я ебать. Нет, цепь на месте. Поршня сухие, они просто сухие. Не знаю, как вам видно на камеру, но вот поршень третий, второй, они все сухие. Он до того, вот аж фаска есть, показывает то, что он на масляном голодании просто ездил этот мотор. Так что итог, мотор умер. Так что любите свои машины и меняйте в них масло. Раз в 8 тысяч. Когда мы выкрутили датчик давления масла, если вам видно, он наполовину забитый. Видно, Виталий? Вот видите, он прям наполовину забитый. А хотя здесь должно быть, ну, отверстие круглое и банально вытекать вот так масло. Но, к сожалению, увы. Ну что, смотрите, собрали мы его обратно, мы поставили поддон, защиту, ну, само собой. Получается, позвонили клиенту, озвучили то, что надо делать, ну, то, что капиталка в нем.
И клиент, как сказать, он не был готовым к такому повороту. Он думал отделаться малой кровью, например, банально поменять датчик, и все у него будет супер. Ну, нет уж. Здесь, короче, умер мотор. А все потому, что, как я вам и говорил ранее, надо было менять масло. Так что, ребят, меняйте масло раз в 8 тысяч, если вы ездите в Москве. Если вы ездите по трассе, то раз в 10 тысяч, не больше. И ваши моторы будут жить. Так что всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.